Ну, какие могут быть ощущения? Как родной дом разрушили. Мы тут фактически жили на работе. Я этот комплекс с группой преподавателей кафедры строил тоже. Вот, поэтому тяжело сейчас что-то говорить по этому поводу. Ну, будем надеяться, что когда-то все закончится и комплекс восстановят. И здесь будут заниматься студенты, как и раньше. Фіксувались спуски з району Білгородської області. На сьогоднішній день ми бачимо, що по характеру руйнувань і за уламками можна сказати, що це було ракети «Іскандер», які були випущені рашистськими військами.